Всем привет! Сегодня мы открываем посылочку. Первый раз заказали сахёрба. Давай, доставай, что там к нам пришло? Нам пришло смотрим. Мази, витамины. О, витамины какие. Интересные. Попробуем, обязательно расскажем. Витаминки, D3, тут и все. Ну-ка, что еще? У нас бабушка заказала себе витаминки. Омега-3. Мини-капсулы. Потом отзывы свои оставим. Это мы заказали каплики от Колик. Почему так долго я себя не снимала? У нас появился новый член семьи. Сынок. Еще один. Вот мы ему капельки заказали. Вот, и рыбки. Что-то упаковка тут немножко, конечно, подмялась у нас. Рыбки, это как рыбий жир. Омега-3. Тоже это все. Вот Арсению мы заказали. И Веледа мы пользуемся. Всегда. С рождения еще Арсении. Что там еще? А это дедушке нашему после бритья. Гель. Запаковали так, чтобы не протекло. О, здесь мама помялась. О, а тут помялась упаковка. Вот все-таки и протекло масло. А нет, не протекло. Казалось, протекло. Чуть-чуть помялось льняное масло. Это тоже бабушка заказала. В целях оздоравливания. Что там еще? Все, и никаких подарков. Почему? Мы ждали от Айхерб каких-нибудь подарков. Подарков. Вот такая у нас маленький был заказ на 4000. Попробовать решили. Ну все. Всем пока. Расскажем потом свои отзывы об этой посылочке. Решил попробовать. Витаминки вот скрывает одну упаковочку. Сейчас скажет вам свои ощущения. Какие они там мясистые мишки. Не дает мне даже с ним. Бабушка, он тоже захотела мишек. Тут у нас еще кряхтит сынок наш второй. Ну-ка давай. Ну-ка. Поднимается это все. Вот так открывается. Да, так. Открывается все. Беру одну вот такого вот мишку. Оранжевенького. Ну как тебе? Вкусные? Ну, вторые завтра будем уже пробовать, да? Свой омега-3. Видите? Там вот такие интересные рыбки. Но где хвостик у рыбки? Я вижу только капсулу. Вот хвостики там вот такие вот у рыбки. Такая вот упаковочка. Будем пробовать завтра. Такие витамины. Сегодня не будем пробовать. Я уже попробовала.